Добрый день, дорогие коллеги. Мы начинаем эфир передачи. Павел Дагаев, веселые побарышки. И с нами наш коллега из города Тулы, Павел Дагаев. Павел, приветствуем вас. Да, здравствуйте. А что интересного сейчас на рынке, чем торгуете? Я тут робота тестирую, залип в него немножко и забыл про рынок. Чуть не забыл про передачу еженедельную свою. А начнем, кстати, с робота. Как идут дела с роботом? Что интересного, что получается, что вызывает трудности? Ну, тут много чего интересного. Просто пробую всякие разные варианты, добавляю, все только хуже и хуже становится от изначального варианта. Но как-то все равно надо что-то пробовать обязательно. Потому что, ну, изначальный вариант, он тоже не безупречен далеко. Я понял вас. Ну, конечно, как говорят, великий успех – это перебежка от одной неудачи к другой. Так что я не сомневаюсь, что, так сказать, успех у вас впереди. Ну, а сейчас давайте посмотрим на рынок, что интересного. Да, хорошо. Ну, напомню, если вы говорите, подзабыли про рынок, то евро, доллар – есть такая валютная пара. Да, вот она у меня открылась. Видно, да? Бежит интернет. Да, видим хорошо. Ага. Ну, собственно, вот тот самый сценарий все-таки продолжается. Поход к 1.20.28.2. Почти коснулись. Ну и сейчас, в принципе, вот после этой коррекции, по идее, все-таки, я думаю, дойдем. По фунту тоже идет пока движение наверх, но уже неделю флетит вот в таком диапазоне. Сейчас я камеру забыл отключить. О. В таком диапазоне, ну, может быть, еще сходит наверх. Посмотрим. По канадцу. Как мне видится, он еще вниз сходит. По крайней мере, у меня так в моем маленьком мире. Доллар-иена. Вот она как раз-таки развернулась уже наверх, по идее. И, в принципе, можно покупать. Швейцарец тоже вроде как нарисовал поход наверх, но сейчас уже может и развернуться вниз-таки. Евро-иена движется наверх. Ну, цель я тут не могу сказать, какая. Ну, был уровень от 125-146. Что-то еще, ну, повыше, если брать, то вот 126-422. Туда можем сходить. Фунт иена после коррекции тоже снова смотрит наверх, только цель немножко поменьше стало у меня, 140.819. Золото сходило вниз и сейчас начинает опять рисовать разворот наверх, но пока еще не нарисовало и может и не пойдет наверх, может еще вниз пойдет. Новозеландец иена пока лонги до сих пор актуальны, цель пока вот это не достигнута, 73.594. И намеков на разворот я не вижу. Канадцу иене тоже сразу он не пошел наверх. Но все еще лонги актуальны. И цель у меня немножко опустилась до 81.5. Австралиец иена то же самое. Сразу не пошел. Сходил еще ниже, зафлетил. Но пока еще лонги. И цель 77.955 еще актуальна. Евро-канадец, как мне кажется, можно начинать шортить. Но цель как минимум вот до сюда. 1.53.141. Австралиец доллар. Сейчас загрузится. Основной сценарий на текущий момент у меня это шорты, но есть некоторые такие намеки, что может быть еще поход повыше к
0.74423. Новозеландец доллар, все еще лонги, вот первую цель дошли, вторая цель 0.70819. Вот сюда можем сходить. Вот такая картина. Павел, поняли вас. Спасибо большое вам за ваш обзор. Давайте спросим коллег, какие у них вопросы. Ну вот я вижу, Алекс спрашивает. Павел, а на чем робот, на каких индюках или что? Робот на GeForex. Это Java-скриптовая такая штука моего брокера. Индюков там куча целая, и настолько они неприлично даже их называть в эфире, что даже я не хочу говорить. Понятно. Ясненько, хорошо. Ну, там даже и стохастики вот эти все, и машки есть. Ну, там их много, куча всякой. Понятно. Не, ну подождите, у нас некоторые люди только на стохастиках и торгуют, поэтому так они сейчас вам тут чих-пых устроят за такие слова стохастики. Я пока не готов говорить за стохастики, что-то хорошее, пока я все-таки не заделаю эту штуку. Я понял вас. Ну, мы ждем терпеливо, мы никуда не торопимся, так что... Мне, кстати, Алекс подсказал тут еще одну штуку, которую, может быть, как-нибудь ее удастся внедрить туда. Ага, я понял. Ну, имеется в виду не сегодня, а раньше. Да, неделю назад. Или две. Я понял вас. Ясненько. Спасибо, Павел. Следующий вопрос хочу вам показать. Давайте вместе посовещаемся по этому инструменту. Видим, что биткоин, смотрите, как красиво поднимается. И ночью ударил 19873, новый рекорд роста биткоина. 20 тысяч совсем рядом. На ваш взгляд, ну что теперь дальше? Такой же, так сказать, волнующий рост или пришло время остановиться и скорректироваться? Вот, глядя на этот график биткоина, какие мысли приходят вам в голову? Мне кажется, еще заманят людей, заставят снова взять кредиты, там потратить деньги отложенные на квартиры, дома, и сходят еще наверх и всех разведут, а потом опять вниз. Я понял. Ну вот какая цель, на ваш взгляд, может быть такой достижимой сейчас? Потому что звучат и 100 тысяч, и 300 тысяч, что только не звучит. На ваш взгляд, куда могут заманить? До какой отметки? Ну, мне кажется, до 30 тысяч уже начнется какой-то ажиотаж снова. Если еще альты подтянут, то там вообще прям понесется душа в рай. Я понял. Ну, альты пока не сильно подтянулись, так, некоторый рост есть, но глобального, мне кажется, еще нельзя сказать, что есть глобальный рост. Ну да, как раньше, пока нет еще альтов. Слушайте, Павел, ну вот конкретный практический вопрос. Если вы допускаете, что могут тянуть, заманивать людей до уровня 30 тысяч, а почему нашим людям не купить сейчас по 20 или не постоять до 30, поставить тейк-профит 30 тысяч, поднять кучу бабла? То есть вы внутренне, если бы вы верили в это на 100%, вы бы, конечно, уже сами это сделали и без нас. Вот. Вы внутренне допускаете, что этого может не быть? Ну, у меня как бы есть уже биткоин купленный, намайненный. Мне больше не надо, мне пока хватит. Вот. Ну, так он у нас, наверное, уже в большой прибыли, поскольку вы его намайнили, ну, по сути, бесплатно. Ну да, но там прибыль сейчас процентов 200. Получается, о, по текущим ценам. А сколько же вы хотите? 2000%? Я, ну, в общем, чем больше, тем лучше. Я понял. В общем, вы готовы держать вот этот свою биткоиновую массу до 30 тысяч. Раньше можете не крыться, я так понимаю, да? Ну да. Ну, замечательно, друзья, вот у нас есть цель, торговый ценовой ориентир по биткоину. По биткоину 30 тысяч долларов за один биткоин. И на этом уровне Павел Дагаев продаст, и после этого биткоин в очередной раз обрушится. Вот такой у нас план.
Спасибо, Павел. Ну и, конечно, теперь о главном. Что с погодой в Туле? Зима пришла или еще нет? Зима пришла, немножко снежку намело. Угу. Ну так. Легкий такой белый слой. Угу. Пока минусовая температура еще подержится. Я понял. Слушайте, ну все, дорогу на дачу замело или все-таки бываете вот в это время года? Не, я туда езжу круглый год. А-а-а. Не так сильно не заметать, там и рыбаки все это прокатывают, и, в принципе, можно до дачи точно можно доехать. А-а-а. Там река у вас недалеко, да? Да. Я понял. А рыбаки вот так же, все как и раньше, да, на лед выходят, лунки сверлят, все дела. Да, с палатками там становятся, сидят там, их очень много бывает, собирается. Там даже проводят какие-то чемпионаты по зимней рыбалке. Серьезные дела. И все это с территории вашей дачи можно наблюдать, я так понимаю. Ну да, можно поучаствовать, пешочком дойти. Ой, не надо, Павел, холодно. Или вы любите зимнюю рыбалку? У меня жена иногда прям впадает в этот азарт. Давай, говорит, купила бур вот этот такой. Заставила меня пару раз с ней сходить. Мы там бурили дырки, что-то пытались поймать. Мы просто ездили в Астрахань на Новый год как-то там пару лет назад. Угу. А, в 18-м году, в начале 18-го, как раз когда биткоин там исполнял хай по 20 тысяч, я помню. И там на Волге так она рыба вот это ловится, аж на голый крючок просто закидываешь в лунку, пум, вытаскиваешь, вот такие окуня, щуки там бывают попадаются. И вот после такого жена прям стала каким-то фанатом рыбалки. Но в Туле так не получается вылавливать рыбу ловким образом. Все гораздо меньше, и сама рыба меньше, и рыбы меньше как-то уже. Подутих этот азарт у нее. Но если она приедет на Волгу, то все. Там я понял вас. Но самое время ехать. Вы заметили, когда у вас биткоин в районе 20 тысяч, рыба ловится хорошо. Значит, параллель прямая. Надо же учитывать эту закономерность. Вот. Что меня поразило, что жена была инициатором покупки бура. Молодец какая. Но сверлит лед, я думаю, по-любому Павел. Ну, конечно-то. Там не так легко, друзья, кто не был, то думает, там легко дырку пробурить, ага, там 5 раз вспотеешь, пока его пробьешь, этот лед. Вот. Он же ручной, правильно, вот это крутил. Да, ручной. Сейчас уже что только не придумали, можно, так сказать, по-другому делать, но ручной лед, бур, он такой. Я вспоминаю, кстати говоря, этот, когда Костя Дзю, все помните, на Буцкал, его спрашивали, а в чем ваш секрет, такой мощный удар, как вы тренируетесь? Очень просто, говорит, я хожу зимой на реку, делаю лунки для рыбаков, и там такая огромная сила нужна, чтобы эту лунку прокрутить, что типа мышечная масса набирается. Я еще тогда подумал, о, интересный такой подход Костя придумал. Он мог еще походить на шиномонтаж колес, там, как домкратом покрутить. Такое дело. Нет, ну понятно, да. Но здесь он говорит, что просто вот именно движение вот этого вот руки, вот все мышцы задействованы, ударные как раз. И получается, что говорит, прям мышечная масса очень хорошо работает. Поняли вас, Павел? Так что, ну что, покупайте валенки, покупайте тулуп такой, чтобы с женой ходить на зимнюю рыбалку. Да все уже куплено. Все давно готово, да? У вас унты или валенки? Что у вас защитная форма? Ну, какие-то такие зимние толстые сапоги высокие. С мехом. Ну, они кожаные? Как пуховик внутри напихнут. Ага. Я понял вас, ясненько. Здорово, здорово. Так что ждем ваших новостей о зимней рыбалке. Когда живешь возле реки, конечно, это интересно. Павел, спасибо вам большое за ваш обзор. Желаем вам успешной торговли. Ну и, конечно, ждем ваших новостей о роботе. Очень будем рады видеть его успехи. Хорошего дня, удачи сегодня. Спасибо, взаимно. Всего доброго. До свидания.